Привет. Установка против туманок Toyota Corolla 2011 года выпуска. Вот. Установил против туманки. Видео не стал записывать, как их ставить. Их ставить несложно. Нужно с ямы снять вот эту вот защиту. Вытащить заглушки и поставить против туманки. Проводка там уже есть. Ее подключить. Вот комплект проводов, который шел в комплекте. Ну, нам от него нужен только вот эта вот фишка, которая подключается к кнопке. Просто берем и отрезаем здесь. Оставляем только вот это. Это все убираем, это нам не нужно. Правда, надо будет зачистить. Нам нужно будет снять вот эту обшивку и вот эту вот у руля. Вот так-то она легко отщелкивается. И эту тоже так же отщелкиваем. Вот, будем ставить кнопку на это место. Заглушечка вот так нажимается и вылетает. Вот на это надо нажать, и она снимается. Вот она кнопка. Фишка, которая вставляется зеленая туда. Кнопочка на месте. Вот. Снял вот эту вот обшивку. Она крепится внизу. Вот здесь. И вот здесь на болтиках. А дальше снимается на защелках. И вот этот из-под руля. Она легко снимается на защелках. Все. Нам нужен будет вот этот зеленый провод. Вот этот. И вот на этом штекере тоже вот этот зеленый провод нужен будет. Проводки припаял. Масса. Все, сейчас буду все собирать. Осталось только поставить реле. И против туманки будет работать. Вот оно реле. Четырехконтактное. Реле стартера. Два доколена. Номер. Сейчас вот это все надо будет разобрать. Вот, все разобрал, открутил там болтик. Все установил.